подготовили небольшой сюрприз. Сейчас Совка им займется вплотную, я думаю. Я займусь вплотную, вот. Даже встану. Да, ух, это беспрецедентный случай. И сейчас мы сейчас будете действительно удивлены. Ведем специального человека. О, специальный человек. Знакомьтесь. Садитесь, пожалуйста. Здорово. Здорово. Пожалуйста. Как дела? Жив, жив. Жив, здоров вашими молитвами. Ух ты, а откуда? Откуда он пришел? Я вот мимо проходил и решил зайти. Оказалось, что вот эфир сегодня. И расскажи, по какому поводу ты к нам пришел? Ну, по поводу того, что как бы имею некоторое отношение к концертам группы «Пилот». Скромен, скромен. Илья, представь, пожалуйста, Владимир Тагин. Да, это организатор концертов, в общем-то, группы «Пилот». И, а вот должность ты должен сам, официально. Организатор концерта, господа. Ну, да, пожалуйста, Владимир Данилов. Володя Данилов. Здесь я как бы представляю за этим. Да. Мне всегда нравились еще концерты группы «Пилот». Вот, потому что своей атмосферой, там, неповторимостью и так далее. Вот, и всегда мне хотелось как-то это запечатлить. Так. Вот, ну, соответственно, родилась идея сделать концертное видео с одного из концертов, что мы, собственно говоря, и сделали. То есть вот. Ты тайком от Ильи, вообще группа «Пилот». Ну, можно сказать и так, да. Да. И это, можно сказать, что мой режиссерский дебют. Ничего в некотором себе. Смысле этого слова. Вот в этом мы, понимаешь, мы коммерческая группа. Потому что мы сидим, просто играем, что хотим, а вокруг происходит коммерция, которую мы узнаем последними в последний момент. Это беспрецедентная акция, потому что мы сейчас впервые вообще в программе «Задача», наверное, посмотрим. Гость сам его не видел. Я не видел, да, честно говоря. Мы сделали Чака, ха-ха-ха. Его вообще никто не видел, сейчас будет... Так, ну, на какую песню? На песню «Нет, вести с небес». Отлично, грандиознейшее. Это концертное привет. Видео, но как бы просто... Мне всегда... Наша группа концертное видео, грубо говоря, снимать не особо умеет. Мне всегда хотелось сделать какое-нибудь концертное видео для нашей группы, чтобы оно было там, как у группы Нирваны, или там Guan Apes, там, или все у кого-то. То есть серьезная такая была? Да, мы серьезно к этому подошли. Черт возьми, я тоже должен соответствовать, как уровень Курта Кобейна. Я даже выпрямлю себя с осанку. То есть, в принципе, это не просто подбор кадров, а мы работали над этим клипом полгода. Снимали его примерно зимой, в январе. Вот, и выверяли каждый кадр, как бы песня достаточно длинная, но будем надеяться, что никто для зрителей она пройдет, да, на одном дыхании. Ну, а мы, к сожалению, прощаемся. Время-то уже все, спать пора, на горшок и в люльку. Друзья, это была программа «Звездочат», Виджей Томми, этот очаровательный юноша. Спасибо огромное нашим сегодняшним гостям и нашему гостю. Это была группа «Пилот». Спасибо вам, уважаемые, дорогие наши любимые телезрители, за ваши вопросы, за ваши звоночки. И приходите завтра на концерт. Да, кстати. В Ролл Холл, метро «Тульская», Холодильный переулок, дом 3. Я вот могу сказать, что я точно приду. Презентация альбома. Мы с Ильей еще встретимся и смотрите новости, там будет сюжет. Отлично. Завтра концерт, никому не проспать, обязательно быть. И смотрим грандиозную премьеру клипа. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.